Нет такого туриста, который бы, не приехав в Карелию, не задал бы первый вопрос. Покажите ему карельскую березу. Однако мы сами, жители Карелии, как-то забыли об этой уникальной красавице. Чтобы понять простую экономику взращивания уникального дерева, давайте обратимся к арифметике. Если сегодня посаженное и выращенное через 20 лет одно дерево, проданное как сырье для производства шпона карельской березы, даст по меньшей мере 1000 евро, то засаженные этим деревом 50 квадратных километров площади, что очень немного для нашей территории, дадут через 20 лет 20 миллиардов рублей, что является эквивалентом всей доходной части бюджета нашей республики. Если не верите, то посчитайте сами. На одном гектаре может расти до 100 деревьев. Одно грамотно выращенное дерево принесет 10 квадратных метров узорчатого шпона. 10 квадратных метров шпона, например, достаточно, чтобы одну стену кабинета нашего губернатора полностью закрыть уникальным карельским узором. Вы поняли, что это возможно с помощью только одного дерева. Вот такое уникальное дерево растет в нашей республике. И на нем почему-то не строится наша несчастная экономика. Понятно, что пугают 20 лет роста. Нам ведь надо все завтра. Но если подумать об этом сегодня, то ваш ребенок уже в молодом возрасте наконец перестанет жить в дотационном регионе, каковым мы сегодня являемся. И это ведь мы рассуждаем даже не об отрасли, а только об одной породе дерева Карелии, где самый распространенный в России ареал этого дерева – карельской березы. Карелия лучшая –